Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Я не делал скидку на возраст детей. Я с ними разговаривал на полном серьезе всегда. Почему? Потому что я исходил из той посылки, что дети – это люди. Такие же, как взрослые люди. И обращаться с ними нужно серьезно. Ну, как это выражалось? То, что я с ними обращался, как со взрослыми. Вот, к примеру, моему сыну было чуть больше полутора лет. Он уже во всё бегал. И он рассыпал пшено, засунул под шкаф и убежал. Потом сидит на горшке. Я подхожу к нему и говорю: вот ты объясни мне, пожалуйста, имея какую социальную, экономическую, политическую, а главное идеологическую базу ты совершил сие деяние, а именно рассыпал пшено на кухне. Ну, естественно, он маленький, сидит, лупает глазками. Вот так я разговаривал с детьми, и, естественно, много слов в моей речи были для них непонятны. Подрастая, они задавали вопрос, и я им подробно, терпеливо объяснял значение слов. И мои дети привыкли с детства оперировать сложными понятиями и терминами. И когда, к примеру, дочь моя выговаривала мне, говоря так: я знаю, ты это воспримешь как мой перфекционизм, но ты совершенно не готовишься к лекциям, ты даже тезисы не пишешь, папа. И вот так пальчик вот делал, да? Я понимал, я знал то, что дочь моя понимает каждое слово, которое говорит. Все слова она употребляет к месту. Вот каким последствиям привело то, что я с детства разговаривал со своими детьми, как со взрослыми. Вот краткое объяснение того моего изречения, даже можно сказать. Я детям скидки не делал на возраст. До свидания, до новых встреч.